Эля. Сегодня мы научимся делать самого настоящего пингвина, только из бумаги. Для него нам понадобится квадратный лист бумаги любого размера, с одной стороны белого цвета, а с другой черного. Если у вас нет такого квадрата, можете соединить, например, как я, черный и белый квадрат. Начнем. Согнем наш квадратик вот так. Разгибаем. Теперь два вот этих угла мы сгибаем к линии, которая посередине. Делаем базовую форму воздушной змеи. Вот так. Теперь отогнем вот эти углы. Вот таким образом. Как бы наполовину. С двух сторон. Вот так. Теперь отогнем одну сторону. Загнем угол вот так и отогнем обратно. То же самое делаем и на другой стороне. Вот так. Теперь отогнем верхний угол. Вот примерно на вот такое расстояние. И отогнем его обратно. Вот так. Теперь отогнем вот так вот вниз. Вот так. Перевернем. Загнем вот этот нижний угол наверх. Чуть поменьше, чем на половину. Вот так. Опять перевернем. Теперь сложим нашего пингвина вот таким образом напополам. Теперь возьмемся за головку и немножко ее вот так вот отодвинем. Видите? Теперь мы можем нарисовать глазки нашему пингвину. Но я, например, у меня есть вот такие глазки, я их приклею. С двух сторон. Вот так. Вот такой у нас получился пингвинчик. Существует множество разновидностей бумажных пингвинов, но этот мне показался наиболее симпатичным и реалистичным. С вами была Валерия. До новых встреч! Пока!